Впереди у россиян еще 11 нерабочих дней, но между праздничными выходными трудиться не будут только взрослые. Исключение составят педагоги. Школьникам в Новгородской области тоже придется сесть за виртуальные парты. Майские дни с 1 по 11 были объявлены президентом нерабочими. Однако по аналогии с учебным графиком апреля новгородские школьники продолжат учиться и в мае. Дни между праздниками мы будем учиться дистанционно. То есть с 1 по 5 мая у нас все ребята отдыхают, с 6 по 8 три дня учатся, и с 9 по 11 мая также будут отдыхать. Учебный год в Новгородской области заканчивается 22 мая абсолютно для всех. Есть и дополнительные послабления в учебном процессе. Изучение новых тем в мае полностью отменено. Ребята будут акцентироваться на повторении и закреплении уже пройденного материала. Для учеников 9 и 11 классов выпущен приказ о том, чтобы они были аттестованы раньше по итогам трех четвертей, и поэтому они весь май будут учиться только по тем предметам, по которым они сдают экзамены. Окончательные даты проведения ЕГЭ будут утверждены позднее.